Абросимов Александр. Занимаюсь единоборствами уже 17 лет, практически всю жизнь. Китайскими системами под его руководством занимаюсь уже года три. Да? Три года. В Крыму на сборах был? На сборах, да, в Крыму был. Оставался на второй под его руководством, на второй уровень. Являюсь инструктором. В единоборствах мы постоянно нагружаемся сильно, да, получаем определенные травмы, перегрузки, нагрузки. Оздоровительные китайские системы позволяют снять напряжение, разгрузиться, почувствовать тело, убрать напряжение определенное, остановиться после травм. Отличное занятие, как зарядка утром, ну и как оздоровительная методика. Присоединяйтесь!